Захар! Захар! Давай! Захар, давай! Давай, Захар! Огонь! Так, ну вот мы после этого серьезного оффроуда включаем вторую и слышим, как хрустит у нас перцал. Да это не диф, я думаю, что это полуось все-таки. Думаешь, полуось? Да. Думаю, что да. Левая передняя. Хотя, а мне что-то правая кажется. Ну, уже и правая тут. По звукам не поймешь на самом деле. Ну, пара вроде как для пары, ты там такой нагрузки не было. Ну, хотя хрен его знает. Как оглушитель работает так. Так, часть 2. Попытка. Это жестковато очень. Руль. Как-то ты жестко заходишь. Точно у меня седина не проступит? Не будет, нет? Не, наверное, уже все. Вот лагерь, мы тут почти на месте. Места хорошие. Так мы тут рядом где-то и были, да, получается? Да. Открутил хабы. И валит на заднем приводе в горку. Так, пилот вернулся. Надо ехать, пацаны, срочно. Да. Надо ехать. Сейчас едем. Надо срочно ехать. Наш провил. Как-то вниз он спокойнее едет. Нет, тоже бодро. Давай дальний, сейчас, давай. Закаты. Футболисты. И жесткий пилот. Починил? Починил, да? Так, все, на выезд. Лагерь за спиной. А, на изоленте, глянь, у него так номера, ого, ты как он стартует, ты видел? Не, вот это начинаются веселые старты, мне кажется. О-о-о, пошла жара. Не хрусти, давить, нормально. Не. Ну это не редуктор. Это не редуктор. То ты полуось сломал, у тебя же полуоси остались от того моста. Я полуось новую поставил, но, наверное, она и сломалась. Какие новые шкварня перепрессовал. Там ты на раскорячке просто коксу давал, понял? Возможно. И это и получилось. И получилось. Эй, да надо их обогнать. А куда он едет? Да нет, ты шо, он очень-очень быстрый. Он очень быстрый. Ну куда он едет? Нам направо. Направо? Ну да. Стой. В смысле? А, не, еще не выехали, да? А, дальше направо, да. Я перепутал поворот. А ну давай, наваривай, Витенька. Вот тут был, вот тут болото, он слева, видишь, вот тут у нас был спецучасток в прошлом году. Зацепился, красавчик. Опасно. Камера не показывает, но очень стрёмно. Эти два. Ох, там тоже такая жесткий такой кружочек. Ну, он такой весь поле зрения.
небольшой кружочек был. Весь поле зрения хорошее такое. Так, я надеюсь, мы же тут а вот эта колея, это выезд из лагеря был в прошлом году. С этой колеи выехать нереально было, понял? То есть оно она скользкое до сих пор, да? Да, так скользкое было накопано. Тут хорошо, смотрите, как стало. Дочь тут выезжал уже. Шишига прошла. Жают. Бородач решил вернуться. Там какая-то совсем жесть уже. Что непонятно, что там такое. Да, новую траекторию берут, потому что там, где накопали сами, где меня зарывали. Да, берут новую траекторию. Проедет, нет? Нет, нет, да не проедет. Говорит, не проедет. Да проедет, чего ж нет. Пока идем. Ого! Да, тут посерьезнее стало. Полное понижение. Не сел. Клиренса не хватило. И покажу, как это все выглядит снаружи. Да, вот так это все красиво. Просто жесть. Да, балка достала, да. Если бы сразу включил полный, то думаю, что выехал бы. Не, иду помогать, не идет. И где-то тут закопали Запорожец. Красавчик! Научился контролировать струю! О, вот тут на... Да, вот тут, мне кажется, направо надо было. Можно да, было. Да, вот тут направо. Режь, режь. Почти, думаю, режь. Все. Осторожно. А у него нет гидроусилителя тоже? Нет, да. Он, тоже сток? У него спортивные руки. О. Да. Кокс. Да. Обходим. По большому, Захар, делай по большому. Подрезает, блин. Не дает обойти, да? Да не, у нас вон добыча, мы охотники, тут такая там. Да? Да. Сейчас будем. Вот в этом болоте мы тоже катались когда-то. Лед там был. Ни одно болото мимо не проехали. Или леда, или льда не было, не помню уже. Да, красивые очень места. Да, камера не передает, они такие более высокие смотрятся на камере. Мне можно остановиться сфоткать, потому что мы так вообще... Идем по-другому, да, вон закат. Отстаем, натуре! Да! Ты что, у него спортивные руки, что ты хочешь? Да, по-широкому. Что-то мы, блин, пылью дышим. По-широкому спокойно. Да. У тебя спортивные боксы стоят, амортизаторы? А? Как на Вранглере? Ох ты ж, блин, он нас... Вот ралли, он, да? Нас, он нас травит. Давай, Захар! Захар, ты сделаешь его! Захар! Давай! Захар, давай! Захар!
Обходим! Осторожно тут! Зеркало право! Осторожно, осторожно! Кроссовер, осторожно! Ребята, ну его! Тихо! Бля, люди ушли вообще, мы забыли, куда им надо! Они уже забыли, куда ехали, понял? Вот это мы валим! Не, ну стой, стой, осторожно, блин! Захар! Взлетаем реально! Захар, мы взлетаем! Они сзади, прикинь! Что, подрезать хотят? Где они? Тихо! Они отстали безнадежно, ты что? Все, Захар, снижай скорость! Захар! Лидерство взяли! Да, все! Фух, Захар, блин! Блин, я писать хочу! Пойдет! Хорошо! Вот эта дорога расслияла нас! Это ГТР! УАЗ ГТР! Я уже название для видео придумал! УАЗ ГТР! Не, нормально! Ты не забываешь держаться! Нормально идет! Да, четкий темп! Ух, елки! А, вон уже мусорка видна, там направо возле мусорки. Да, свечи уже меняли. Да, вот тут свечи. Куда ты, что, не надо? Захар, нам еще далеко. Давай возле дома уже срежем. Елки, мусорка. Ты что, они отстали безнадежно, вон они. А кроссоверы вообще потерялись, видел? Так какие они смотрят в зеркало за ними, думают, нас. Надо отъезжать, вот это слово, да, хотел сказать. Фу, мы прыгнули два раза, да? Мы летели как... Как в Инстаграме чуваки на Ниве, видели, как летели? Жалко, что у нас ни одно из этого. Фоксы же просто у нас такие, ну, не тюнингованные еще. Фух, да, это напряжение было, конечно. Напряжение. Да, расслабленно, давай 47 идти, больше не давай. Давай, я сейчас включаю навигацию, давай, чтобы о дороге даже не думать. Да. Все. Ну, шли хорошо, блин, не повыпадало у меня с карманов запчасти. Елки-палки. Все, оффроуд завершается. Эй, как проехать? Да, включить. Путь. Нашел дом? Все. Дом, скажи. Возвращай нас. Направо. Возвращай нас, Сиоми. Все, всем пока, друзья. Оффроуд завершен на сегодня. Оффроуд завершен. Было круто. Машина, огонь, топор. Включай четвертую, полетели. Полетели. Да не, Сереж, не гони, ты его не мог держать. Хорошо, только зафоткаю. Сейчас, братан.